каждый вечер. Огни гаснут, музыканты надевают чехлы на свои инструменты и уходят в кафе. Публика спешит домой к папам, мамам, бабушкам, дедушкам, а я... Я остаюсь один и возвращаюсь в свой вагончик. Мы, артисты, живем в таких вагончиках. И когда гастроли в вашем городе заканчиваются, вагончики прикрепляют к поезду, и мы едем в другой город. А потом опять в другой. Нас везде ждут. Если собрать все километры вместе, выходит, я несколько раз обогнул земной шар по экватору. Когда хорошая погода, я иду гулять. А когда на улице слякотно, дождь, я сажусь в кресло и рассматриваю свой альбом. О! Каких только приключений у меня не было. Вот... Мышей я боюсь. Они мне раз в театре целый парик съели. Честное слово. Опять скребется. Где ты? Эй! Цып-цып! Что я? То есть, как тебя? Эй! Где ты? Так ведь... Можно с мысли смыться, то есть я хотел сбиться. Что ж с халатом, а? Нет, не так. Вот так. Когда этот мышонок скребется, я нервничаю, у меня все мысли путаются. Вот так. Вчера мне надо было сходить за молоком. Так я вместо шляпы надел маску. Вот так. Ничего. Еду я в трамвае и удивляюсь, почему-то на меня все смотрят и хихикают. Потом только догадался. До свидания! До свидания! А вчера мне надо было поджарить картошку и отнести в починку туфли. Я чуть не отнес в починку картошку и чуть-чуть не поджарил туфли. Ой, 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 ой. Целый день у меня в ушах эта вазиная мышня. Мызиная вожня. Фу, мышиная кучерьма.
Прям не знаю, что делать. Надо что-то делать. Ничего в доме оставить нельзя. Все грызет, грызет, грызет и грызет. О! Я ему устрою такой подарочек. Такой подарочек, что он меня сразу запляшет. Нет? О! О! Нет. Отвяжись. Подождите! Подождите! Ой-ой! Подождите! Подождите, не уходите! Ой, не успел! Ой, опять не успел! Не можем с ним встретиться. То я его стесняюсь, то у него масса всяких дел. Ой. 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 Ну, он же сказал, что... Я слыхала, он собирается сделать мне подарочек. Такой подарочек, что я запляшу. Ой, мне подарочек. Подарочек, подарочек, мне подарочек. Ой-ой-ой. А за что же мне подарочек? Что у меня сегодня? День рождения, что ли? Нет, у меня не сегодня день рождения. А тогда за что же? Это за то, что я ему помогаю. Это замечательный дом, как в сказке. Комод. Это не просто комод. И не старый скрипучий ящик. Это замок чудес настоящих. Здесь в каждом углу сюрприз или трюк. Оп! Алле! Оп! Ну, оп! Оп! И это сыр. Объеденье на вид и на вкус. Алле. Оп. Ой, а тут я печенье припас с интересным названием. Бисквит. Алле. Оп. Когда... Я остаюсь дома один. Я всегда делаю маскарады. Достаю все шляпы, цилиндры и устраиваю карнавал. А еще я смотрю альбом. Вот. Ой, ой, оп, ой. Ой. Одному скучно. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Не отвечают.
И все-таки одному скучно. Я пытался с ними поговорить, поиграть хотел, а они не отвечают. Они же не живые. А я живой. Ой. Подарок. Ой, какая интересная штучка. Интересно, что там к ней привязано. Ой. Ой, какая мягонькая, пушистая. Она моя штучка. Ну-ка. И отдайте. Это моя. Ой. Ой, как хорошо пахнет. Молоком и шкуркой. Отдайте. Это мой подарок. Ой. Кто меня дернул за хвост? Ну, сейчас как дам. Ой. Какой большой мышонок, красивый, рыжий, а я серенький. Хочу сметанки. Ой. Хочу сметанка. Где сметанка? Ой. Мне надо с ним познакомиться. Так, сделаю так. Наряжусь и пойду знакомиться с моим подарочком. Так. Вот. Ой. Как пахнет? Теперь животик. Весь флакон выпшикал. Ой. Как страшно и красиво. Я теперь похож на немножко клоуна. Пойду знакомиться с подарочком. Ой.
Ой. Чи. Ой, ну от кого это пахнет? Ну, фу, перестань пахнуть. О, перестаньте. Ой, кажется, это сзади. А? Это твой портрет. Не может быть. А чего он дразнится? Потому что ты живой. Ой. Ой! Разбил. А, ну ты... Ну ты чего дерешься-то, а?
Ну, раз так ты у меня сейчас получишь, вот я тебя. Ага. Оп. Сиди теперь. Ой. Ой. Ты где? Чашечка моя любимая. Ну-ка, цик. Попался, а? Ты что здесь натворил? Вот тебе раз, вот тебе еще разок. Ой, это он из крыса копыль выбивает. А это тебе за зеркало. А за посуду хочешь? Лежачего не бьют, лежачего не бьют. Ладно, лежачий. Цик, тебе больно? Очень больно. И ты даже не можешь бегать? Не могу. И даже за мной? Даже за тобой. Иди сюда. Ой, у меня голова болит. Ой. Я знаю, что надо делать. Когда у него болит голова, он ложится и спит. И ты ложись. Ну, давай, давай. Вот сюда. Вот так. Вот. Ой, вот. У меня мигрень. Спи. Спи, мой подарочек. Ой, как голова болит, а? Какой беспорядок! Никогда у меня еще не было такого разгрома. Какой беспорядок. Ай! Ай! О! Какой беспорядок! Боже, портрет! Мой любимый дядюшка! Кыцык, кыцык. Ой, ой. Бедное мое фарфоровое блюдце. Но ничего. Зато я победил. Больше у меня в доме не будет этого противного мышонка. Что ж так тихо-то, а? Ну да, я ж теперь совсем один. Никто не шуршит. Вот сейчас кто-нибудь зашуршал бы, и я улыбнусь. Нет, никто не шуршит. Как грустно. Еще грустнее, чем когда шуршали. Кроме меня и вот этих часов, в доме никого нет.
беспокойтесь. У вас все дома. У меня все дома? Да, все. Какой приятный голосок. А если что-нибудь случится, я за вас заступлюсь. Заступитесь? За меня никто никогда не заступался. Я же без вас жить не могу. Тогда приходите. Мы будем играть в гостей. Или даже сделаем цирк. Я обязательно приду. А теперь спите. Спокойной ночи. Спокойной. Спокойной ночи. Что такое? Я слышал только что, как кто-то со мной разговаривал. Я слышал такой приятный голосок. Это же мне снится. Это мне снится. Правильно. Это мне снится. Ну да. Снится. Вот я лежу в своем кресле. Что-то какой ты маленький. О! У меня усы выросли. Ха. Нет, у меня усов. А это что? И хвост? У меня хвост? Хвост и усы я прикреплял, когда играл кота в сапогах на детских утренниках. Это было же... Никакой я не утренник, я кыцык. Кыцык? Ой, стой! Ты как посмел забраться в мое кресло? Это не я, это не я. А кто? Это мыцык меня положил. Какой такой еще мыцык? Такой-какой, мышонок. Опять этот противный мышонок? Противный мышонок. Ну-ка, брысь, лентяй! Ой! Все, я на этого горе-кота не надеюсь. Я сейчас сам придумаю. Так, сам придумаю. Так, думаю. О, придумал. Ха, придумал, ха, сам придумал. Я ему такой устрою, такой сюрприз. Я ему устрою такой сюрприз. Ох, он у меня. Oh.
и хвостик. Ой. Ой. Ой, колбаска. И пружинка. И что-то написано. А, колешим. Нет, нет. Мы шеловы. Мы мышеловка. А Ларица, наверное, не знает, что тут стоит мышеловка. И я могу словиться. И что Кыцик может словиться? Ну, кто меня звал, а? Все такие хитренькие. Ой, сначала кися, 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 а потом, потом схватит и пыль выбивает, выбивает, выбивает. Мяу. Ой, 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 тьфу. О, колбаска. О, любительская. Мяу, чур моя. Чур моя. Моя, 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 моя. Ой, 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 мяу, мяу, ой, ой, ой. Колбаска за хвост схватила и не отпускает. Ой-ой-ой. Ну что же ты не прочитал? Ну посмотри. Тут же написано мышеловка. Да какая же это мышеловка, если это кошколовка? Это кошколовка. Ой, мой бедный хвостик. Ну подожди, ну подожди, тихо. Ну я же думаю. Если мы возьмем ее, а потом возьмем его. Ой, придумал! Ой, ой. Кыцик, 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 тебе придется остаться без хвоста. А какой же я буду тогда кот? Ну какой, какой, безхвостый. Ай, я не хочу! Я не хочу быть безхвостым котом! Не хочу, не подожди, хочу! Ты, ну не плачь! Ну ладно, будем вместе тянуть! Ну, ты тяни, я буду тянуть! Давай, давай! Давай! Давай. Ну. Ой. Ой! 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 Ой, 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 давай еще попробуем. Ой, 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 ой
зари. Митик, я тебя больше никогда ловить не буду. Давай помиримся навсегда. Давай. В мире ты? И в мире я. Кто поссорится? Тот? Это самое поросенок. Митик, собирайся. Сейчас же собирайся. Куда? Мы отсюда уходим. Зачем? Мне надоели эти вертящиеся фигурки. Эти кошколовки. Мы уйдем в другой нормальный дом. Ой, а как же он? А он большой. Пусть сам мышей ловит. Ну, я же без него жить не могу. А я без тебя пропаду. Да, это верно. Ты без меня пропадешь. Хорошо. Я согласен. Пойдем. Подожди. Я сейчас. Смотри, это он. Какой красивый, как мышка. Я его люблю. Я возьму его с собой. Ой, он идет! Ой, прячься скорей! Ой. Ла-ла-ли-пам-пам. Сегодня у меня замечательный день. Да, ну ладно. Я сделал такие вкусные покупки. Сейчас я привяжу торт, чтобы не улетел, и сяду кушать шарики. Что же я делаю? Мышонка здесь нет. А я все равно все путаю. Что ж я... Наверное, я сам рассеянный, и мышонок здесь совсем ни при чем. Он принес нам торт. Сладкий. С орехами. Ой! Я привяжу шарики, чтобы не улетели, и сяду кушать торт. Нет, не сяду. Я лучше подожду своего ночного гостя. Он же обещал, он должен прийти. Это же мне все приснилось. Здравствуйте. А? Здравствуйте. Вы уже пришли? Мы уже уходим. Как? Как уходите? Вы что, оставляете меня одного? Покажитесь, таинственный гость, хотя бы на минутку. А вы меня не прогоните? Вас? Нет. Здравствуйте. Мышонок. Да, я ваш Мыцик. Мой Мыцик? Мой Мыцик? Какой же ты маленький и смешной. Да нет, я не смешной, я просто веселый. И очень хорошо, что ты веселый. Скажи, Мыцик, а ты больше не будешь грызть мой комод? Это же старинная мебель. Нет, не буду, там уже достаточно дырочек. Я буду грызть сухарики и вот этот торт. Торт? Я буду грызть этот торт. Мыцик, удирай, я его пока держу. Да вы с ним друзья. Не бойся, я его не съем. Он без меня жить не может. Без этого торта тоже. И без тебя тоже. Как хорошо, когда на свете есть друзья. Мяу, 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 мя
хорошо, когда на свете есть друзья. Мяу. Thank you.